Мощный пожар в многоэтажном жилом доме на улице Российская в Краснодаре шокировал очевидцев. Свидетели произошедшего публикуют в сети кадры ужасающего зрелища и признаются: наблюдать за полыхающим зданием действительно жутко. «Такого ада я еще никогда не видела», написала одна из пользователей в Instagram о случившемся. На месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание, однако его площадь растет. Как стало известно 5defis.tv.ru, она составляет уже 800 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Жильцы дома были экстренно эвакуированы. О пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается. На месте дежурят пожарные бригады.